Я вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня. Завжди відверта та актуальна розмова в студії Ірина Коробко. І дуже приємно, що сьогодні ми знову будемо говорити про свята. Мені здається, що ці дні взагалі дуже приємні, тому що протягом місяця ми говоримо про якісь святкові події, говоримо про свята, і мені здається, що краще говорити про свята, ніж говорити про якісь проблеми. Сьогодні, 5 січня, звичайно, ми можемо говорити тільки про ті свята, що наближаються. Одеса зустріла Новий рік, зустріла досить яскраво, досить весело, а тепер Одеса одесити готуються до іншого свята, свята, яке є одним з головних свят для християн по всьому миру, по всьому світі. Я думаю, що до нього готуються якось особливо. І, мабуть, не буде вірно говорити, чи це люди віруючі, чи люди невіруючі. Немає ніякого значення. До цього свята все одно готуються. Так мені здається, тому що воно має свої традиції, тому що воно має свої особливості. І насамперед, мені здається, навіть тому, що воно дуже глибоке і дуже яскраве, і дуже таке багате свято. Про це ми будемо говорити з нашим гостем. Це протоїрей Ілля Тетєрко, настоятель храму Стрітення Господнього в Люсдорфі. Я вітаю вас у нашій студії. І, звичайно, що стосується звичаїв, що стосується традицій, це всі питання до вас. Тому що, як би там не було, усі ставляться по-різному до Різдва, але мені здається, що немає людей, які б якимось чином би не святкували це свято, тому що це і справді одне з величезних свят на протязі року, так, протягом року, якщо там будемо говорити ще про весняні, то це із іншої історії, а от Різдво – це таке особливе свято, якого очікують і діти, і дорослі. І насамперед, давайте, мабуть, почнемо з того, що є свої традиції, є свої звички, як треба зустріти Різдво, як до нього готуватися, зараз якраз саме той час, коли готується до нього. Безусловно, Рождество має дуже давню історію празднування, це одне з самих, як ви сказали правильно, главных праздников всего круга церковного, наряду с Пасхой и Рождество. И действительно, и как есть определенные церковные приготовления к этому дню, это пост перед этим, перед Рождеством. Найдовший, так? Приравненный примерно к Великому посту, 40 дней. И после Рождества целый тоже цикл праздников, который объединен одним названием как «святки» или «святые дни». То есть такой большой период, когда мы можем, в общем-то, насладиться этой радостью пришествия в мир Спасителя. И, конечно же, традиций очень много, и не только у нас в стране, во всем христианском мире, потому что, как вы тоже сказали правильно, те люди, которые воспитаны в христианских традициях, я не говорю там верующие, они неверующие, тех страны, которые были христианскими, они, безусловно, приобщены к этому празднику, несмотря на то, верят они в Христа, ходят они так, в храм. Больше-меньше, но да, но все равно знают, они ставят елку, они поздравляют друг друга, то есть дарят подарки, пытаются как-то каким-то волшебством наполнить эти дни. Поэтому равнодушных нету, мало очень равнодушных. И вот традиции. Традиции есть, знаете, как очень благочестивые, хорошие, есть и не очень хорошие. Так, к сожалению. Например. Вспомните эти святочные гадания, которые вот знаете. Я знала, что вы про це будете говорить. О них стоит сказать, потому что, есть у нас, к сожалению, такое явление. Люди, знаете, не все готовы доверить свою жизнь Христу. Вот слово «вера», да, «вера в Бога». Что такое вера? Это не просто вера, что мы знаем, что кто-то там есть, управляет нашей жизнью или следит за нами, или участвует в ней. Вера христианская – это доверие жизни своей Богу. Доверие, вверение. Вот как ребенок дает руку родителю, и он знает, что родитель его никуда в дурное место не заведет. Он идет себе, допустим, с детского сада домой, да, рассматривает птичек, кошечек, не знаю. Він спокійний, он так? Спокойный. Він не хвилюється. Він, да, не... Он доверяет. Вот. Если мы будем рассматривать вот эти вот гадания, да, ворожбу какую-то, это, безусловно, элементы недоверия Богу. Это
попытка... Саме тому церква засуджує такі, безусловно, такі звички? Безусловно, церковь говорит о том, что это путь неправильный, это путь никуда. То есть здесь нету счастья, здесь нету перспективы. Мы как бы отрекаемся от собственной воли, которую Бог нам дал. Ведь человек создан со свободой воли. Это один из даров Божьих. А мы здесь его, получается, нивелируем, мы отрекаемся от этого. Мы заглядываем непонятно куда, непонятно для чего. Ну, молодым девчатам цікаво побачити, що там буде. А вот через, этот, вот, через деякий вот, час, чи треба да. просто чекати, жити і чекати. Безусловно, це інтересно, може бути і забавно, але я думаю, що потрібно будувати свою судьбу самому. Вот, а не... Тобто не треба загадувати, да. не треба, треба щось робити для не цього, так? Не потрібно думати, що наша життя запрограмована кем-то. Це теж неправильно. Ми не ігрушки, не маріонетки в руках кого-то. Ні, ми самі творці своєї судьби. І об этом Господь неоднократно нам говорить. Все в твоїх руках, так? Да. Тільки ти поступай нормально. Живи по правді, по совісті, будь добрим. І все буде добре. Не треба нікуди заглядати. Вот. Поэтому здесь, безусловно, церковь ну, предостерегает людей, не надо увлекаться этим магизмом. Лучше все-таки доверить свою жизнь Христу и попробовать отыскать в себе эти начатки христианства. Да? Все-таки мы имеем какое-то понятие о Христе, о вере, о православии. Хоть какие-то зачаточные, но вот как не в праздник Рождества именно напомнить себе о том, что мы христиане. Потому что Христос родился, да, в Вифлееме более чем 2000 лет тому назад. И мы не просто празднуем в эти дни день рождения человека, да, или Христа, кого-то там великого. Нет, мы заново переживаем свое рождение в христианстве, каждый христианин. Кто для меня Христос? Вот он как бы рождается в каждом человеческом сердце. Я думаю, що ви добре розумієте, що цьому треба навчати з дитинства, так? Безусловно. Якщо це, ну, це лучший варіант. Якщо це родина, яка, у якій є справді традиції, якщо, які є такі обряди, які виконуються, то це треба починати ще з маленького віку. Як би ви дітям пояснили, що ж таке Різдво Христове? Дітям? Ну, діти теж різний возраст, безусловно. Знаете, детям иногда не стоит что-то объяснить, а они смотрят на родителей. Вот как родители делают, да? Они же повторяют. Тут только приклад дорослых, и этого достаточно. Безусловно, дети, они повторяют все, заимствуют у родителей. Вот как папа с мамой делают, значит, так это правильно. То есть они ну, начастіше так, и справді. Але потом... есть еще социум, есть еще садочок, школа, безусловно. Друзья семья, и так далее. Семья – это всегда основа. Це перше, так. Потому что дети, ну... В нормальных семьях любят папу, любят маму. Для них это непререкаемый авторитет. Учителя, друзья – это все, конечно, це хорошо. Інше, так. Но кто тебя обнимает и целует вечером и утром? Желает тебе доброго утра. Каски конечно, читает. Мама. Кто тебя кормит, кто тебе кушать делает, да, и сказки читает. Конечно, мама. И она авторитет для любого ребенка. Папа, мама. И они копируют. Потом уже с возрастом, с каким-то взрослением, конечно, они уже могут и сами задавать такие вопросы, ну и находить ответы на них. Потому что действительно есть проблема очень большая даже и в верующих семьях, что детей мы приводим за руку в храм, а потом дети уходят из храмов. То есть они не приходят к Богу. А мне здається, нічого не пояснюють. Просто приводять і все. Ну так робить мама, так робить тато. Да? Да. Скажімо, а для чого вони це роблять, не говорять дорослі. Вот. Тому діти, у дітей виникає питання. Формалізм, що да. це? Рістається і навіщо формалізм. Воно? Это, конечно, ну, это очень большая такая трагедия. И это неправильно. Надо, безусловно... жить не просто какими-то обычаями, традициями, выполнять там то, что там заповедает церковь, да, а все-таки понимать смысл всего, чего ты делаешь, да, транслировать прежде всего вот ту любовь, которую Христос принес на землю, потому что Христос – это воплощение Божьей любви, вот он настолько стал близок к человеку. Вот это самая главная мысль церкви, и даже вот в нашем в книге, да, в Священном Писании, которая у нас называется «Евангелие», да, история о Христе, греческое слово «евангелие», то есть «благая весть», «добрая весть», даже сказать «радостная весть». Вот о чем эта радостная весть?
Я думаю, что если человек прикоснулся к этой радостной вести, он не может ходить хмурым, угрюмым в церковь, злым каким-то, знаете. Вот. То есть эта радостная весть должна сквозить и транслироваться через всю его тобто жизнь. Тобто це добро, так? Добро. Правильно. Вот. А не у просто... погляді, добро у якихось своїх ділах, добро у звичайному житті, мені да, здається. А не просто какой-то формалізм исполнения каких-то предписаний, обычаев, традиций, которые там вот деды наши исполняли, мы будем исполнять. Нет, надо понимать суть этого всего. А суть, безусловно, это Божья любовь и доброта ближним, сострадание, понимание, терпение. Вот это все, все эти качества мы должны воспитывать в себе и в наших детях. Тогда они найдут путь к Богу, и все у них будет хорошо. Свій якийсь окремий, свій свой, окремий да. від усіх. Вот это вот произойдет, эта встреча с Богом. Я думаю, що усі хазяйки, які нас з вами зараз слухають і дивляться, звичайно, хочуть знати, а що ж можна їсти у це свято, тому що пост завершився. Ну, той, хто його, той, хто притримується посту, це, ну, звичайно, для них це свято ще й на столі. Ну, безусловно, да, да, да. Надо все-таки терпение Як многих людей. Як би там не було. Да, праздник всегда предписывает определенный богатый стол. Да. И действительно, вот сейчас сочельник, 6-е число, попадает на субботу. И пост даже не такой строгий, потому что суббота – это тоже некий такой праздничный день. То есть не надо поститься, как некоторые говорят, до первой звезды. Вот. Все, можна починати да, ну, їсти бы, вже 6-го, так? Ну, постную, да, їду, но, то есть, нету строгого поста. Обычно там у нас хозяйки делают вареники какие-то, ну, что-то придумывают, какие-то винегреты там, ну, вот. А само Рождество, конечно, 7-го числа, уже после Божественной литургии, уже, безусловно, идет разговение, уже можно всю еду, вся. То есть, тут уже хозяйки сами после выбирают, что они хотят, чем... порадовать свою семью, своих гостей, потому что ж обычно начинается период гостей. Крестники ходят, долгий, да, долгий вот здесь період, есть такие традиции, да, люди идут, крестные отцы, матери идут к своим крестникам. В общем, такой обмен семьями, гостями происходит, и довольно-таки длительно. Я же говорю, недаром эти святые дни, святки долго длятся, чтобы увидеться, порадоваться вместе. Ну, чтоб не перестало, конечно, это в какие-то такие, знаете, кутежи, когда мы забываем смысл праздника. Мне здається так, що для організму це дуже непросто, тому що якщо люди, які притримувались посту, і тепер починають їсти багато і все, то треба мати міру теж, так? Ну, є вже определенний опыт виходу із таких ну, ситуацій. Ну, тих людей, які притримуються, да. Звичайно, я думаю, що вони ну, знають для новичков, ці правила. Ну, для новичков, звісно, це серйозно. Надо це немножко стрес, себя поберечь, потихоньку, не спеша, да. Все в меру должно быть. Скажіть, а чи вірно, що повинно бути саме 12 страв? Ні. Чи це теж із Нет. З таких якихось забобонів? Ну, це, можна сказати, якісь місцеві традиції, які, знаєте, вийшли із якогось свого локального существування, і от воно пішло. Ніяких... Тобто пояснення, чому саме 12 немає, тому і не 12, так? Нет, а скільки кому... Ну, есть скільки кого буде, стільки. Є традиционно у нас делають вот на сочельник кутью, там, опять-таки, хто, які рецепти використовують. Так, уже... традиційні страви є, да, справді, да. Вареники, кутья, вот, так. Да. А насчет числа блюд, 12, там їх буде 70 или 3, ніякої різниці абсолютно нет, пусть даже і не заморачиваются. К празднику не это треба не имеет никакого... Не треба усю ніч стояти біля... Нет, біля плитки. Ночь не надо стоять, потому что вот я смотрю, люди уже начинают 6-го планировать себе гостей каких-то. Вообще, если мы христиане, у нас должна быть наперво храмовое богослужение. Прийти в храм утром, допустим, вечером 7-го, а потом после храма уже все можно, но не взамен. Потому что иногда, знаете, гости, и тогда смысл праздника теряется. У нас он превращается просто в выходной день. Если нету богослужения, если ты не пришел в храм, не поблагодарил Бога, просто не поблагодарить. Я понимаю, что можно и дома это сделать, как многие говорят, в душе, ну, много чего говорят. Но все-таки, знаете, одно дело позвонить родителям по телефону, а другое прийти а к ним прийти, в гости так. С тортиком, не знаю с чем, да, с букетом цветов. Поспілкуватися, привітати. Это совсем другой формат отношений. Так вот и мы. Придите в храм,
Не просто поставьте свечки, уйдите, там, закажите, что вы там хотели, да? А постойте, прочувствуйте атмосферу праздника, рождественской службы. Поговорите со Христом, вот своими словами. Это очень важно. И тогда праздник наполнится для вас совершенно другим смыслом и переживанием, ощущением, и новой радостью. А не просто 12 блюд. А от я розумію. От ви, ну, в храмі, звичайно, не перший рік, так? Да. І ви бачите, як змінюється все, як змінюються ті люди, які приходять, так? І якого віку зараз найчастіше приходять? Тому що ми пам'ятаємо часи такого, ну, атеїзму, так? Потім мені здається, що ну, з іншого боку, як повинно бути все якось так поступово, а у нас немає так, що поступово. У нас або все не можна, або все можна, або все так модно і в тренді, як зараз прийняти говорити, так? І всі йдуть, тому що це модно. Як от зараз ситуація у храмі, як це виглядає на ваш погляд? Ну, я думаю, що дуже багато молодих людей в храмі. Сейчас уже даже, ну... Не тому, що це модно, так? Нет, а нет, тому, нет, що нет, вони нет. прийшли, тому що вони знайшли, як ви кажете... Я зараз говорю іменно не о захожанах, а о прихожанах. Угу. То, знаете, є захожані. Зайшов, убежав. Це дуже, дуже цікаво. Вот, прахожані є, а є прихожані. Просто йшов, проходив, да, забіжав та там, зайшов. Сказали, надо там свечку поставити или что-то заказать там. Ну, вот такого формата. Нет, є люди, которые регулярно посещают богослужение каждый воскресный день. Вот. Угу. И действительно очень много молодых людей, и мужчин, женщин. То есть, тобто вони особливо детей, до цього ставляться, так? Детей, це... безусловно, это все осознанно, это все от сердца. Это... И вот у нас даже в храме воскресная школа для взрослых есть, и приходят, хоть и вечером, поздно, это где-то в 7 часов. Ну, сейчас зимой тяжело в 7 часов, летом-то еще нормально, а так как-то зимой скучновато ехать куда-то к 7 часам. Нет, приходят люди, хотят и желают общения, желают какого-то нормального слова, узнавать о Христе, о христианстве. Нет, несмотря на то, что сейчас как бы средства массовой информации, интернет, пожалуйста, забей любую и прочитай, и все, да, и все понятно. Нет, хотят вот именно живого слова и общения. Поэтому все намного поменялось. Не так, как было в советское время, где весь храм одни белые платочки бабушек были. Нет, сейчас этого нет. Сейчас ну, бабушки наперечет. Серьезно? Да. Ну, часы изменяются. Да, 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 да. На ваших очах изменяются часы. Изменяется ставление до религии, мабуть, и до храму взагалі. Ну и взагалі, мне кажется, что до каких-то традиций. Так? Потому что народ должен все одно знать свои традиции. Безусловно. Так. И традиции как-то обогащаются, что-то отмирает, что-то приходит новое. За но тим, это же вечно. За этим интересно следковать. Да, вот смотрите, 100 лет назад возьми, совершенно было, ну не то, что совершенно по-другому, было немножко по-другому. Сейчас уже что-то другое. Безусловно, в нашей стране это тяжело говорить о традициях, потому что все советскую власть это все уничтожалось, и, в общем-то, из сознания людей, из жизни людей, даже это передавалось какому-то осмеянию, если человек был верующим. Ну, это ну, тоді було заборонено, навіть і так було. Так? Сохранялось где-то там по деревням глухим это все. Вот. Ховалися, боялися. Да. И поэтому сейчас, вот, знаете, когда все можно, коли как вы говорите, сейчас кинуться, удариться, реставрировать какие-то традиции, я думаю, что не обязательно, можно что-то хорошее и новое придумать. И оно, если оно окажется жизнеспособным, почему бы и нет. Уже в цій історії цієї нашої країни зараз. І я не можу, звичайно, не згадати, що у календарі державному в цьому році з'явилося ще одне свято, ще одна дата. Да. Я вважаю, що... Католицьке Різдво, ну, мені так здається, що воно взагалі-то і було для католиків завжди, і вони його завжди святкували, це їхнє свято, так? А у цьому році вирішили, що це буде на державному рівні. Як особисто ви до цього ставитеся? Очень хорошо. Во-первых, это дополнительный выходной день. Во-вторых, действительно, это не просто католическое Рождество, ведь вместе с по новому стилю, да, по григорианскому календарю 25 декабря празднуют и православные многие церкви. Это и румынская церковь, это болгары, это греки. Для Одеси це дуже актуально, вот, мені здається. Ну вот, представляете? То есть они празднуют по новому стилю. 25 декабря. Поэтому для них, безусловно, это
двойной праздник, что дали выходной день. То есть нельзя сказать, что это только католиков мы обрадовали, угу. православных тоже. Вот. И я очень рад, потому что, ну, все-таки радость, она будет совершенной. Не надо отпрашиваться, на, допустим, на службу. Да? Коли всі зможуть святкувати те, що для вот, них найближче. Сім'я способна собратися за нормальним праздничним столом, не надо клянчить у кого-то какие-то выходные отгулы. Ну, это действительно проблема для людей. То есть он хочет прийти в храм, а у него там какие-то дела. Ну так, наше Різдво було взагалі вихідним днем, так, да. А католицьке Різдво не було таким. Тепер я вам дуже дякую за те, що ви прийшли. Є ще кілька, буквально кілька секунд для того, угу. щоб ви привітали усіх наших глядачів, і ми будемо говорити до побачення. Безусловно, хочеться привітати з наступаючим Рождеством, з цими святими днями Богоявлення, явлення в мир Христа Спасителя. И хочется, конечно же, выразить такую надежду, несмотря на поздравления, выразить надежду, что все-таки Христос обновился в каждом христианском сердце, чтобы мы все-таки вспомнили, что мы христиане, не просто носители каких-то традиций, а прежде всего мы Христовы. И кто для нас Христос? Вот кто Он для нас? Вот этот родившийся Богомладенец в скудном вертепе, в яслях. Я думаю, чтобы мы каждый задумались над этим, и как-то приблизились к этому добру, к этой радости, которая засияла всем людям в Вифлеемской пещере. Всех с праздником! Я вам дякую дуже. Протоиерей Ілля Тетєрько, настоятель храму Стретення Господнього у Люсдорфі, був сьогодні в нашій студії. Дякую, що ви прийшли, що розповіли, що ми з вами трошки пофілософствували, да, так, на ці теми, тому що це, ну, справді для багатьох людей зараз дуже важливо і справді цікаво. І усіх наших глядачів я вітаю із тими святами, що наступають, і бажаю, щоб у кожній вашій родині був мир, була злагода, було добро. Залишайтеся з нами, до побачення. Да, добра всім.